хотел подзаработать, но ушел в минус. Мужчина на Камчатке потерял больше 2 миллионов рублей, попавшись на удочку мошенников. 57-летний житель Петропавловска нашел в интернете объявление о получении прибыли от инвестиций. Решив не упускать возможность заработать легких денег, мужчина связался с неизвестным, который представился специалистом брокерской компании. В итоге аферист обманом выудил у горожанина почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. У МВД России по городу Петропавловску-Камчатскому напоминает, что необходимо предельно внимательно и осторожно относиться к дополнительным источникам дохода, связанным с инвестированием. Правоохранители также отмечают, что высокие доходы на фондовых рынках или вывод средств без брокерской комиссии могут гарантировать только мошенники. А сохранность денег напрямую зависит от бдительности каждого человека.